Давай, джентльмен. О, пас-то там вообще не джентльменский. Один ноль, поехали. Ребят, вот вы росли, Крапрос вместе с вами, сейчас он с новой девушкой в отношениях. Ради своей новой подруги, бро. Подари гол, потом скинешь в инстаграме. Нормально. Я его настроил, пацаны, я его настроил. Я скажу то, что если ты взял мяч, то бей. Если ты не уверен, оставь его. Сейчас один точно я забью. Yeah. Я обещал, я свое слово держал. Че там, Некит что ли в раму стал? Я ему уже не забивал. Резун, это настоящий повелитель наклбола. Как он это делает каждый раз? Пацаны, если я сейчас сделаю сейф, то все, я выиграл. Пацаны, ну я не вратарь, я не знаю, как в вратарском челлендже я и Краб вообще в финале. Я вообще не знаю, как я тут оказался. Братан, ну я тебе тогда, получается, бью. Ну давай, удачи. Ну я могу малышу поаплодировать только потому, что он первый раз на этом канале выигрывает деньги, и мне не обидно проиграть человеку, который впервые, бро, спасибо. Наконец-то, ну, это... спасибо. Во вратарском челлендже, чемпионы! Бро, давай представим, что 90 минут. Последний наклбол от Криштиану Роналду в истории. Это ювентусовский финал Лиги Чемпионов. Ой, ребята, вот я сейчас реально поверил. Давайте приготовимся, в экранах мои булки вжаты плотно в сиденье. Джигл. Опля! Запустил! Наконец-то второй есть! Комарик залетел все-таки в эту щелочку. Что-то походу есть. Разогрелся. Третий! Я в тебя верю, мужик. 4-6! Просто сюда его! Финалист, надо его выбивать точно, это фаворит. Выпили финалиста! Охереть, Краб, ты чё мутишь? Бля, ну мне как всегда в угол, блядь. Чуваки, ну во-первых, это человек, на котором идеально сидит форма. Во-вторых, это человек, который максимально владеет скиллом наклбола. И это главный фаворит сегодняшнего видоса. Ну пацаны, я не должен подвести вас. Ну как? Просто... сюда её. А, тут еще и тут рост, братан, конечно, красава. Ну как ты их кладешь, а? Ой! Да как то сидит! Ты уже лицом был, не? Я развернулся, он мне ударился в плечо в этот момент. Нормально все? Да. Вот это договорняк, конечно. Блин, на самом деле волнительный момент. Но если я вот забью один, полетят все. Сидит! Вот так вот начинаю я! Ой, Даня завелся этот маленький монстр тасманский. Да, 7-6, сюда его. Это очень красивые голы. Это, я прям очень рад, что позвал Даню, потому что столько голов в этой рубрике еще не было, реально. Я пробу сделал шаг, думал, потеря невелика. Вся моя жизнь это антиквар. Знаешь, ту цену я ставлю сам. Кидаю спички, я бензин. Согреться пытаюсь, я без сил. Да, я забыл ту дорогу домой. Ведь все мы здесь гости.